Всем привет! По утрам мы ходим на прогулку. И хочу с вами поделиться. Вчера на собачьей площадке слышала разговор двух девушек. Ну, одна килограмм на 90, наверное, а вторая нормальная. Нормальная. И та, которая 90, спрашивает: слушай, а что ты ходишь все время в парк и на этих тренажерах занимаешься? Что ты не сходишь в спортклуб? Там же нормально. Я там была, там раздевалки, тепло и хорошо, но что ей девушка отвечает: ты знаешь, у меня нету лишней 1500 в месяц, но здоровье мне очень дорого, и ну, нравится физическое упражнение, нравится, когда твое тело находится в тонусе, поэтому я хожу заниматься сюда, вот парк, бесплатный спортивный комплекс, который нам поставили. А та девушка, которая под 90 килограммов, как раз имеет возможность и финансовую, и, в общем-то, по здоровью было бы хорошо ей тоже туда сходить. Но по каким-то причинам она не идет. Вот сейчас мы с вами подошли к пруду. Есть у нас такой пруд, у нас сегодня 15 градусов, а в Саратове 15 градусов, это гораздо холоднее, чем в Новосибирске 30. И вот на этом пруду постоянно сидят рыбаки. Здесь тоже разговор о возможностях, да? Один будет лежать около телевизора, щелкать каналы и говорить о том, что мужик, подсекай, быстрее подсекай, ты что, куда так мягко ведешь ее, давай выводи. А другие просто возьмут нужное снаряжение, оборудование и пойдут тихонечко, посидят. Ну, я, правда, зимнюю рыбалку не очень понимаю, но опять разговор про возможности. Напишите мне под этим видео, ребята, как вы относитесь к партнерам и как вы работаете с партнерами, которые вам говорят о том, что ой, ведь чтобы заработать 3 биткоина, нужно 20 человек пригласить. Или ой, у нас кошелек периодически не работает, как же я буду регистрировать. Ну, всякие такие вот отмазки. Как вы считаете, нужно ли с таким человеком дорабатывать? Второй, третий, пятый раз ему показывать возможности нашего бизнеса? Или все-таки найти именно тех, кто эти возможности ценит, кто эти возможности возьмет в свои руки, будет с ними зарабатывать и продвигать этот бизнес, капитализировать себя и все-таки дойдет до 134 биткоинов, как мы сами себе и запланировали. Напишите в комментариях под этим видео. Мне на самом деле интересно, как вы думаете. Все, мы пошли заниматься дальше.